находимся в гибридной операционной. Эта операционная совмещает функции и возможности компьютерной томографии и ангиографического кабинета. Это конкретно сейчас идет операция. У нас сами пациент со злокачественной опухолью печени, вот, которая труднодоступна. Для того, чтобы... И вы что хотите здесь сделать? Метод лечения называется термоаблация. С помощью специальной иголки, это современная технология, нужно попасть в опухоль, но очень трудно навести. Для навигации используется УЗИ-аппарат. Работает профессор Алексей Михайлович Федорукий, заведующий отделением Козак Олег Николаевич. УЗИ-метода недостаточно. Компьютерно-томографическое наведение и ангиографическое. И вот они практически попали в опухоль. Сейчас вот следующий этап – это контроль томографии, что иголка находится в опухоли, после чего будет применен температура, высокая температура, опухоль некротизируется. Это современный уровень лечения опухолей небольшого размера. Почти всегда в такой стадии происходит излечение. В печени? Это в печени. Процентов 90 происходит излечение. И вот этот метод идеален, потому что если бы мне пришлось, допустим, или Алексею удалять, это надо было разворотить это человеку все и убрать ее с большей половиной печени, потому что сосуды так устроены. А результат был бы один и тот же. А так этот пациент, условно говоря, даже в реанимацию не пойдет. Он пойдет в отделение, а в понедельник он уже выпишется домой.